Всем привет, мастерская салон-компания, я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас в ролике будут кухонные ножи, но сначала я напомню о нашем лото-конкурсе «Мамонт». Вот этот нож будет разыгрываться через пару дней, то есть в среду мы разыграем номера участников лото-конкурса. А в четверг мы разыграем этот нож. Нож будет разыгрываться этот, так как число участников не дотягивает даже до стоимости этого ножа. Поэтому нож с зуба мамонта отпадает из розыгрыша. Помню, это бивень мамонта. Вставки карбон, здесь мельхиор, клинок мозаичная дамасская сталь Леонида Васильева. Ну, клинок полностью изготовил Леонид Васильев. Такие вот ножны формованные со скатом, ну, с кожей ската. Здесь тоже вставка из мамонта, бивня. Вот такой вот этот нож будем разыгрывать. Кто еще хочет принять участие в розыгрыше, милости просим. Ссылку на ролик об этом розыгрыше я скину. Ну, нужно условия лото-конкурса, нужно оплатить минимум 1000 рублей, один виртуальный билет, и написать Ивану, ну, менеджеру, номер телефона тоже под роликом будет, что вы приобрели один или более билетов. Мы посмотрим, если финансы поступили на карту, значится, включаем вас в лото-конкурс. Так вот. Ну, а далее давайте по ножам. Кухонные ножи. Давненько я не показывал кухонные ножи. Давайте все три покажу сразу. Так вот. И так вот. Вот такой вот набор кухонных ножей. Большой, средний и маленький. Шеф. Большой шеф. Большой шеф. Сталь Х12 МФ. Дерево. Черный граб. Вес ножа 209 грамм. Клинок у него тяжелее намного рукояти, поэтому шинковать будет удобно. Шлифовка клинотобуха. Длина клинка 206 миллиметров. Ширина клинка 50 миллиметров. Толщина клинка 2,98 миллиметра. Толщина режущей кромки 0,4 миллиметра. Длина рукояти 134 миллиметра. Стоимость этого кухонного набора 26 700 по прайсу, минус скидка подписчика. Так, стоимость этого набора 24 030 рублей. Это вот первый нож шеф, потом универсальный нож,
материалы все те же, H12MF, черный граб. Длина клинка 149 мм. Ширина клинка 30 мм. Толщина клинка 2,13 мм. Толщина режущей кромки. Вот уже в заточенном виде 0,4 мм. Длина рукояти 128,5 мм. И малый, так называемый фруктовище, нож. Длина клинка 100 мм, ширина 20 мм, толщина 1,6 мм, толщина режущей кромки 0,35 мм. Ножи уже заточены. 123 мм длина клинка. Так. Ну, к ножам можно приобрести вот такую вот подставку для ножей. Она сделана из экзотического дерева Моаби. Глядите, красивая какая. Компания Дубокс. Стоимость этой подставки 15 тысяч рублей. Здесь можно не только три ножа, здесь можно несколько ножей, ну сколько, смотря от ширины какой, и с обеих сторон. И здесь есть магниты, она на магнитах. Вот если кого-то интересует, здесь можно и ваши ножи. Так вот. В зависимости от ширины клинков до 10 ножей можно разместить здесь. Да и так, даже вот с такими шириной, то есть еще пару ножей здесь вместится. И здесь, то есть до 10 ножей можно разместить. Ну и также с ножами, это если вы, вам нужно на природу взять нож. Без ножен его сложно же вести. Такие вот ножны еще вот к нему идут. Подставка это отдельно можно приобрести. Ну а в комплекте с этим набором идут еще ножи вот в таких вот ножнах. Для того, чтобы, ну, если на природу на шашлычок взять или еще куда-то, было удобно. Также есть в наличии еще один нож. Универсальный. Здесь H12MF. Рукоять черная микарта. Стоимость этого ножа 9900 по прайсу со скидкой подписчика. 8910 рублей. Ножны такие же, пока не готовы, можем такие же ножны изготовить. Если ножны не нужны, то минус еще 500 рублей, то есть 8410 рублей. Тогда это если ножны не нужны. Да, вес вот этих ножей я не мерил, да. Вес универсального ножа 93 грамма. И вес ножа фрукты и овощи 48 грамм. Так, ну а вес ножа с микартой 101 грамм. Вес ножа с микартой 129 миллиметров. Длина клинка, наибольшая ширина клинка 30 мм,
толщина клинка 2,36 мм. Толщина режущей кромки 0,2 мм. Длина рукояти 127,5 мм. Такие вот кухонные ножи у нас в обзоре. Если кого-то заинтересовало, обращайтесь к Ивану. Ну и напомню про лото-конкурс. Через пару дней начнется розыгрыш. Нож полностью готов к отправке, то есть после розыгрыша победителю сразу будет отправлен этот нож. Всем, кто участвует в лото-конкурсе, большое спасибо. Всем удачи. Ну, кому-то повезет. До новых встреч. Всем мира, добра, здоровья. Смотрите наши ролики, приобретайте нашу продукцию. До новых встреч!